Где красная лампочка загорелась. Это значит запись идет. Понял. Просто поверить не могу, понимаете, я в жизни никогда ничего не выиграл. Да, да, я понимаю. Ну, дальше сами разберете. Здесь инструкция, зарядка, диск, ага. Переходи. Даже в лотерею ни разу, понимаете? Ну. Еще раз с праздником и всего самого хорошего. И вас с праздником. У! Ага. Так. И отъехали. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Проверка. Класс. Так. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Эх, досточка кончается. Сейчас я упаду. Ду-ду-ду. Так, что у нас здесь? Прекрасно. Так. А вот здесь я работаю. Опять ты тут. Ой, тетя Женя, извините, я просто не заметил, сколько времени. Да? Думаю, праздники, Новый год. Я что, не человек? Как? Опять чай горло вылили, Сильвия? Извините. Так, лампочка горит, запись идет. Замечательно. Картины просто поражают воображение и увлекают за собой прям. А сейчас мы ведем репортаж с выставки прикладного искусства. А здесь мы видим... Я вам разрешил сфотографировать. Не надо. Простите. Ой, а кто это у нас там спрятался, а? Ну, здравствуйте. А вы бы не хотели сняться в кинокартине? Главная роль, между прочим. У вас другие планы? Вы уверены? Ну, с наступающим тогда. А вот и товары народного потребления. Если вы еще не приобрели новогодние подарки, вы их и не приобретете. Так, ну пусть показывает. Так, как же тут? А, вот. Так, а вот это вот моя комната. Вот здесь я работаю. Здесь вот мое спальное место. Вот что у нас за окном, интересно. За окном у нас зима. Вот такой шикарный вид из окна. Дядя Коля с собакой гуляет. Так, идем в коридор дальше. Здесь сегодня будет праздник. Так, елка у нас вот такая праздничная. Новый год, Новый год. С Новым годом, с новым счастьем. Вот что интересно по телевизору у нас сегодня показывать. Как обычно. Это мой батя. Батя! А? Батя, улыбайся, тебя снимаю. Ты позвонил? Просил про деньги? Мам, ну я же тебе говорил, что они деньгами не отдадут. Это же приз. Ой, призы... да ты не звонил, я уверена. Жалобу напишу. И в общество зрителей. Надо будет в газету напишу, я уверена, знаешь. Я этих макаронников поставлю на уши. Мам, ну зачем же сразу на уши? Они же мне ее подарили, это же подарок, понимаешь? А, еще бы не подарить, столько поганых макарон слопать. Только не думай, что они на хорошую камеру разорились. В наше время никто никому ничего хорошего просто так не дарит. Ну что ты с ней носишься? Вот поцарапаешь, точно никто не заберет. А денег, сам знаешь, счетчики уже давно-давно поставить надо. Так, еще один. Ну, что ты молчишь? Ну, вот ты отец или нет? А что? Слушай, ты не можешь ему сказать? Что? О, Господи. Так.
Ты когда эту бутылку уже успел расколупать, а? Ну? Что мы? Доктор, что? Как на работу ходить, так мы все больны. А как водку жрать, так здоровье немерено. Тебе что, доктор, сказал, а? А что, доктор, когда ты их всех там... Господи! Ну что ты прилип? Что ты прилип? Я тебе уже час назад сказала в магазин ходить. Ты хоть помнишь, что купить, а? Да помню. Да, колбасу положь. Это для салата. Да, хорошая, собачка ты моя хорошая. Папочка хорошая. Ой, здравствуйте. С наступающим вас. Вас также. Камеру убрали, и собачку не трогаем. Да, потому. Хлеб и шампанское в холодильнике. Хорошо. От сердечных, благородных чувств. Ее развитие, продолжение ее тысячу несколько. Где у тебя вторая заночка? Навязался ты уже, смотрю. Витя! Витя! Что ты копаешься? Время! Мне вина. Шампанское открывать? Нет, шампанское нам наш, молодой. Так мы что, обратно в холодильник? Нет, тут оставь. Вите вина. Ой. Спасибо. Ой, нет, Витенька, я сама. С наступающим! Угу. Но салат сухой. Нельзя такой жирный майонез. Мам, ну я же говорила, что забрали мелкий. Говорила, зайди перед работой. Ну я же с 9 работаю, а магазин с 10 только открывает. Все, закрыли вопрос. Он мне уже давно не интересен. У тебя того, что камера работает? Что, все снимаешь? Зачем? Ну, я просто подумал, что будет интересно через год посмотреть. Ну, что тут интересно, я тебя не понимаю. Ну, я думал просто, что... Ты дурак или прикидываешься? Кому ты это показывать все будешь? Я смотрю, вы оба решили мне сегодня праздник устроить. Камеру выключи. Ма. Выключи. А! Это Витька тут! Да! Он камеру выиграл! Суперприз! Ага! Так балуется тут с нею, как дети малые. Снимает тут меня! Ага! Да! Нет! Не женился! Ага, я тоже так думаю, пускай еще погуляет. Все хорошо, работает. Ага. Да, Коля тоже хорошо, только режим вот нарушает. Ага, ну что ты делаешь, повод такой? Тут ничего не скажешь. Ой, и вас наступающим. Ага. Знаете, как говорят, главное здоровье. Деньги, счастье приложатся, когда есть. Ага. Спасибо вам, тетечка Нина. И вас наступающим, да.
Да, нет, ну просто тогда Коля же заболел, поэтому я не приехала, как обещала. О, ну обязательно, обязательно в новом году, обязательно приедем. Обязательно все приедем. Ага, а да, всем-всем привет. Хорошо, до свидания. Все, целую, целую. Нормально. Ну? Артрит только замучил. Суставы на руках болят. Говорит, раз вязать не могу, записалась в клуб. На хоровое пение. Замечательная женщина. Просто, просто беспотомная. Мама, мам, так может ты тоже куда-нибудь? Что я? Ну, записалась бы куда-нибудь. Там, я не знаю, бассейн. Какой бассейн? Плавательный. Когда? Камеру выключи. Ну что ты мне ею в лицо тычешь? За наших женщин, нежных и заботливых, любимых и любящих. За нашу белорусскую интеллигенцию, создающую духовное богатство народа. За рабочих и крестьян, руководителей и специалистов, приумножающих достояние страны. Пусть останутся в уходящем году все обиды и печали. А Новый год подарит вам счастье и радостные перемены в судьбе. Здоровья, мира и добра вам. С Новым годом! Чтобы все были здоровы и сбывались мечты. Замечательно. Ну, а ты еще? Мам, ну, в общем, это такое пожелание самому себе. Ну, как тебе сказать, ну, вот если через год, например, посмотреть, ну, чтобы потом узнать, исполнилось то, что ты пожелала, или не исполнилось. А что-то должно исполниться, по-твоему? Ну, да, ну, я не знаю. Нужно загадать какие-нибудь там мечты, там, пожелания, или просто что-нибудь загадай, вот, и все. Ты снимаешь? Угу. Выгляжу нормально. Вообще суперски. Мечты, значит. Была у меня одна. Мечтала я, чтобы ты человеком вырос. Ой, как мечтала. Вот я дура-то. Надо было пустить себя, чтобы ты рос, как трава, Оля. А я нет. Все, Витеньке. Сама не даем ему все лучше. Школу подарок заучу я, от армии отмазать тоже я, в институте договориться тоже я. Мама. Если б не я, сидел бы ты в хуйниках своих и лопухом жопу подтирал. Не нравится? Ну, мам, ну что ты начинаешь? Ну,
Камеру подними. Ты ж кино про мечты снимаешь, не? Так вот. У меня еще одна мечта осталась. Мне бы хоть чудочку, хоть каплю благодарности. Что мне одной все это надо? Ты думаешь, что я не знаю, что вы ненавидите меня оба? Что я вам враг номер один? Ну что? Думаешь, я не знаю, как вы меня за глаза называете? Генеральша. Генеральша. Что за тебя? Как ты думаешь? Исполнится моя мечта? Через годик. А? Сегодня уже наступило 1 января 2013 года. Я вчера выиграл эту камеру. Я просто, ну, я просто хотел, чтобы оно, ну, я, блин, да как же это? Черт. Камера это глючит. Да калишный телефон у тебя малой. Тут просто память заполнена. Это что у вас там? Камера? Вы что, снимаете? Может, и снимаю. А что? А ничего. А мне, кстати, разрешение не давали. Не имеете права без разрешения. Тебя как зовут? Ага, так я вам и сказал. А тебя? Ну, Владик. Чёрт. А что? Камера нравится, Владик? Ну, нравится. Держи. Дарю. Что, без шуток? Без шуток, без шуток. Пойди получишь твой телефон. Ну, спасибо. Угу. Давай. Ты это видел? Что это вообще было? Да не знаю я. А ты олень. Ты зачем ее взял? Не знаю. Он дал. А что было делать? Ну ты мутный. Больной он, наркоман может. Так что делать с ней? Кидай камеру, дебил. Ворованная она. Не понял ты, что ли? Ну а если он все же ее подарил? Подарил? Ты мне еще про Деда Мороза начни. Запомни, малой, никто просто так ничего не дарит. Тем более такую вещь. Ну, не знаю, ты еще полапай ее, отпечатков своих наставь, а ленивот. Ну, а если все же подарил? Шихер, кидай, чекай! Ну, ладно.